Волгоградские полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении серии поджогов. Один из злоумышленников – несовершеннолетний. Полицейскими предварительно установлено, что злоумышленники в одном из мессенджеров нашли объявление с предложением заработка. Они получали от анонимного работодателя задание поджигать входные двери домов и квартир. В одном из случаев сообщники бросили в окно бутылку с зажигательной смесью. Выбор объектов противоправных действий объяснялся наличием у владельцев долговых обязательств. Все четверо были судимы в прошлом. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. В настоящее время правоохранители устанавливают все подробности криминальной схемы. Игорь Ячмёв при поддержке пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, телеканал «Волгоград-1».